Руководитель отдела сельского хозяйства Акимата Шуйского района Самасвид Ахметов выдавал субсидии на ГСМ своим родственникам. Проверка департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции выявила нарушение на сумму 160 миллионов тенге. Эти средства должны были выдаваться крестьянам на горюче-смазочные материалы. Так было по документам. Однако шуйский чиновник выдавал субсидии своим родственникам. В ходе расследования выяснилось, что получателями самых крупных денежных средств являлись ближайшие родственники Сидахметова – брат, жена, сын и сноха. Например, из Сейдахметова выяснилось, что ограничения, выставляемые государственным служащим, нарушаются на регулярной основе. Он подписывал акты в качестве председателя комиссии. В этой связи со стороны департамента было предложение Акимату Шуйского района, и его освободили от должности.